Больше всего нареканий у курян по поводу вечерних рейсов. В некоторых частях города после 9 часов транспорта дождаться сложно. В темное время суток специалисты периодически устраивают рейды и корректируют некоторые маршруты. Маршруты 4-й, 6-й меняют расписание, 39-й, 41-й, который, возможно, сегодня вечером я буду проверять вечерний рейс, целесообразность его введения, 94-й, 60-й. Основная причина перебоев в отсутствии кадров. Водители предпочитают работать на крупных предприятиях, которые развозят своих сотрудников. Есть ряд других проблем. Но у специалистов сейчас единое мнение. Курскому общественному транспорту нужна перезагрузка. С этим могут помочь горожане. Достаточно пройти 5-минутный опрос. Наша задача провести этот опрос в течение нескольких месяцев, набрать примерно 10 тысяч человек, которые пользуются общественным транспортом. Вот. На сегодняшний день в опросе приняло 4 тысячи человек, из них только 60% активно используют общественный транспорт. Чтобы пройти опрос, нужно отсканировать QR-код, который вы видите на экране. Чем больше респондентов примет участие, тем объективнее специалисты смогут оценивать ситуацию. Мария Колосова, Семен Ковтонюк. События дня.